13, комбо 13 убитых зомби. Я как-то раз собирал 25, что ли. Но это там были одни бомжи с тараканами. Так бомжи дохнут от огня, как не знаю кто. Ну, не, ну тогда я не огнеметом мочил, а это, как он? Греником. Когда бегал, короче, берсом, взял вот тут как он. Пипец, меня толстый обливал. Ты откуда взялся? О, понял. Пацан в успех ушел. О, проги зашел. Зашел. А только он молчит, он вообще в этом скайпе сидит. Я знаю, что он там, меня слышит. Да-да. Пропалил. Да я ж видел, я ж все знаю. Берите эту хуйню от меня. Ой, ладно. Иди, ты один бегаешь там. Да ладно, мы. Я не один, тут целый поляк гордый. Ну поляк, он куда-то вообще. Не знаю. Он вообще никого не убивает. Он вообще как будто он тебя не хочет принимать, что ли. Ты здесь до сих пор космонавт этот. Я даже не менял его. Ну-ка, говори, пожалуйста. Хорошая так-то одна штука, если не поджигать этого идиота, который там из себя снайпер скрыл. Блин, а. Эту хуйню вспомнил, она пришла. Подождите, перезаряжаюсь. Ёкарный театр. О, парень к успеху бежит. Ай. Убей эту шнягу, которую убьем. О. Поляка что-то простит. Подождите, перезаряжаюсь. Не видишь, я перезаряжаюсь. Да. Не, он, по-моему, не поляк, это, по-моему, какой-то Пакистан или что это. Это какой-то эстонец, в него даже все попадают, он. Так, стрелять. Мне кажется, что пора в магазин. Так я его вылечить пытаюсь, он брыкает. Ты ему попадаешь мимо, в кутку, по-моему. Ты чё, блин? Да, блин. Я сейчас 200 метров туда пустить. Ну нам ближе. Я специально для вас, чтобы вы восстановились. Да давай, не обязательно, мы бы добежали все равно. Ладно, у нас эпичная команда. Что ли, потом подрывника возьму. Давай, беги. Такой форест под с трубой на плече. Я даже больше всех убил, лол. Да нифига ты. Так, что там? 200-225, нет, я не продам. У меня мани не особо. Блин, я еще не успел добежать, а уже все закончилось. Поджигайте самый богатый класс всех. Мародер. Ну, патроны, это вообще вещь. Денег надо. Иди. Сейчас. Иди сюда, бронежилет купишь. Блин, я хотел патроны взять. Деньги, да он? Убирай. А, ну да. Вот только сейчас хватит. Давай, иди, быстрее. 3, 2, 1. Да, не успел уже. Там. Ладно, давайте второй держать. Короче. Только я осторожно, могу поджечь кого-нибудь. Проклятие! Нужно сваливать! Пипец. Ну хоть благо открытая местность, блин, можно и рубануть. А, ты еще с гранатомета не стрелял. Ну с гранатом. IP-то не скиньте. А тот же сейчас пошлю тебе этот какого. Тут еще какой-то мародер зашел, блин. Да место есть все равно. Я не думаю, что некий задумается и пойдет. Он все равно отошел куда-то. Одного убил, офигеть. Ладно, давай. Этого придурка надо вылечить. Ебаный ца, блять, ты сука, украинец, ты че пришел сюда? Зачем именно. Блин, ну я понимаю, у вас тяжело прямо сейчас. Ну не обязательно играть в игру сейчас. Еще. Блин, надо этого убить. Вот, спасибо. Я не вижу, кого сжигать даже. Капец, сейчас он будет висеть на сервере, блин. Горел, пацан. Над мародером может убить, как раз Friendly Fire ему действует. Ты жги, я застрелил. А это вил гений задрот хрена, убежал куда-то в какую-то неизвестную степь. Да пошел он! Сдохнет не наш проблему вообще. Честно. Он здоров почти, наполовину. Наполовину, почти наполовину.
А нет, почти сдох такой. Тыщу сдох такой. Ну, блин, почти ползу. Меня только это крику не оборало. Всё. Хай. Здорово. О, еще бля. Он, о, убили. Бля, падает. Блять, так, на. Что-то полетело. Тараканы, блин. Красножопый, блять. Ну чё пристал? Ужас. Извините, я случайно поджёг всех. Блять. Этот чел, по-моему, висеть будет до последнего. Даже если мы... По уровню. Короче, да, действует. Там, минимум четвертый. Блин, хотел написать, сука. Да, яйца отрубил, по-моему. Нет. Ноги, блядь, тебя там жук сосёт. У меня кончились патроны. Кончились... А, это... А, два диджея, ёлы-палы. Ёбаный урод. Блин, он достал. Я тут главное выжить, тут после пятой вообще адское месиво. Того придурка надо позазумбить. Блин, да ты хукин на. О. Осторожно, Грена. Блин, я паучок сожрал. Пах. Ау. А где магазин? Он там. Команда. Принципа через. Эй. Принципа. Он цыпа. Принцип. Будь здоров. Злоебучий сталкер. Злоебучие. Не, ну ему это простимый. Мы полебали, к нему врач опять требуется. Так, о, спасибо. Мёртвый врач. Мы же в лесу мы его потеряли. Да пошел он, или кто он там. Кто потерял, кого потеряли. Мародера. Если честно, мне на него насрать вообще. Так, ладно. У нас как бы своя бригада тут есть. Пофиг. Тот вообще убежал, поляк, или кто он, Пакистан. Ну, блин. Он там из себя снайпер сделал гордого. Да пускай там гордится своим. Пускай меряется хером своим. Со своими братками зомби. Пора за покупками. Да нет, я их сжигаю, как креветы, блядь. Сложность, суицид, блин. Спасибо, блядь. Капитан, да. Ух. Блин, я сейчас два берсерка порвут мясо. Смотрите, какие чуваки идут. Все здоровы, а? Один проги на одну хп меньше. Ну, спокойно, клоун. Ладно. Yes. Хороший медик. Так, ладно. Годный. Годный. Где этот пацан? А вон он внизу где-то ползает, я его по звуку слышу. Конечно. Вон поезд, вон он, возле скалы. Я туда свечу. Вон. Блин, гений тупой. Я в него попал гей, случайно. Может гей или гений? Гений. Гений. Вон ползет через деревья. Злой. Блин, мне бы его застрелить. Автокик ниже четвертого. Мне этого не светит, у меня все уже подходит. Вон. Попал. Интересно, ад на земле там меньше пятого кикают или меньше четвертого также. Киньте чуток денег, у кого есть. Ну, у меня есть. Кинь чутка. Я просто хочу кушать. Ай, ты прибавь. Я тут немного кажется. Не проебал деньги. Так, вот броник куплю себе. Спасибо, приятель. Обязательно сказал спасибо. Ладно, боец. Ладно. Ладно. Так, ладно, мы втроем держимся тут. Вот так. Чуть-ка дал ему, все равно хватило такая. Какой-то у нас вся команда такая прокачанная, и этот как его. И этот выделяется, красный такой зверь, ну. С нами украинец обитает. А, ну красный. Это. Ну ладно, не буду говорить, а то еще залупятся. Да ладно. 26. Он должен скакать, он же майданец. Ну, мало ли он, может, русскоязычный, может, он вообще с Донбасса. Да хрен знает, кто с кем. Может, спросить у него? Ты откуда?
Откуда, ну, Украина такой написано? Прикинь, за окном война идет, а он сидит в кафе играет. А, там бомбежка идет, прям это, в Славянске или еще он там играет. Это я не мстит правительству за то, что они долбят. Ох ты ж, блин, толстый мне в лицо блеванул. О, блин, я у тебя чуть надо. Господи, чувак, не сдохни. Мы ж за тебя прям головой отвечаем. По мелочке, по серверу. А чё сюда никто не идёт? А тут внизу и так неплохо. Он там встал и стоит, их принимает. Надо ему помочь, что его нахер сожрут. А может он садомазохист какой-нибудь? Да не знаю, но он стоит, где их толпа. Ну, может быть, он решил так просто качнуть ради интереса на суициде. Быстрее типа будет. Да ни хрена не быстрее. Да, ну тут жига будет всех сжечь. Сталкером. А кого-то сжег случайно, извиняюсь. О, сзади идут. Люди идут. Люди. Я иду, не забудь меня найти. Это хуй там. Блин, а сзади обошли. Да я думаю, внизу можно стоять нормально. Там просто... У меня идейка сейчас будет. Короче, с чем я прикрывать, я трубу возьму. Грейник, что ли? Да. Он злой. У меня просто идейка была. Залез на самый верх, и меня с двух сторон броняли. Я бы эту кучу взрывал. Идейка. Да. Идейка. Вон на... они внизу пик. Шарбанул. Короче, блядь, позовите, когда место освободится. Позови, ну это вряд ли будет. Кто-то там... огнеметчик. Эй, у кого есть тут? Это если кто-нибудь... свалит, когда сдохнет. Я надеюсь, что вон мародер или там этот Эвил Джинни свалит. Украина, ладно, пускай остается. Дари ясно. О, пожалуйста. Ёпта. И свалил, главное. Вот. Что он сделал? Куск стрельнул и за забор свалил, откуда пришел. И только сейчас вышел. Где все эти чуваки бегают? А хрен знает, я внизу. А ща пусто на карте. 114 где-то вроде. Хоть за этим снайпером бегают, уходят. Поляк гребаный. Поляк, пак какой-то. Может это Пакистан? Может... Нет. А чё это? Пакистанец, он бы за Абдулу играл за какого-нибудь. Абдуль? Не, ну мало ли. О, сразу такая толпа пришла. Ты там иди сюда. Я тебя в лесу могу подпалить случайно. В лесу. А, да, тут же это. Ох, я кто-то ползу, кому-то ползу. Бошки срубает. О, шкун. Снизу. Сабман, тупой идиот. Сажом побежал их резать. Идиот. Опять хуст, ты вы задолбали уже. За вас все броники тратят, блин. Куски долбаные. Да ладно. Они меня не могут потратить броню. Пацан к успеху пришел. Прикол какой-то. Зомбак тупой. О, пришел наконец. Кто? Ну этот, блин, который. Как его, блин, поляк. А что он здесь-то делает? А хуй знает, может зомби кончился. Уже ждет тебя. А эти-то все сюда сбежали сразу, как этот поляк вернулся. Ну так. Они за ним охотятся. Им нужен он. Если мы его отдадим в жертву, мы пройдем все волны сразу без Патрика. Патрик нас отпустит и уйдет. Ага, блин, такой белый стыню дали и все ушел. Ты что ж не горишь-то, ты сволочь? Тут еще какие-то сервера есть. Порт 7713. Время пополнить. Да тут надо найти какой-то мясной на 20 человек, чтобы все сразу зашли. Пошли, найдем торговца. Не, сделали бы хотя бы не на 6 человек, а хотя бы там человек на 8. Мне кажется, что пора в магазин. Так что-то в лесу бродит. Блин, ненавижу эти деревья.
Мародер раненый бегает. Единственный из своей команды. Подбитый. А кто-то его вылечил? Ладно, я рядом с Торгашом, там где-то в бункере, видать, сидит. Торгаш его через окно лечит. Ладно. А вот и я. Я пришел. Так. Так, ладно, никого нет, и где тут? Пацан. Так, погоди, можешь мне поменять перк все-таки там на какой-нибудь такой. Сейчас посмотрю. Команда, снайпер тех нет. У нас вроде весь набор есть. Ну, кроме подрывника. У меня подрывник четвертый. Секундочку, а у меня шестой. Давай я подрывника смею, ты огнеметчик возьмешь. Чего а возьму? Ты даже могу эту шнягу скинуть. Ну скинь все, я продам. Только это если мест хватит. О, хватило. А там патронов нет уже. Да я знаю, мне главное продать. Там посмотрю, потом что купить. А ты мне если что деньги скинь, вдруг я мне на телефон. Ну вообще я посмотрю просто, что может. Возьму. Хотя не вряд ли. Наверное, я пока останусь берсом, накоплю чуть-чуть, а потом сменю там, например, на. Кинь мне еще несколько рублей. Блин. Рублей. Вот так вот чуть-чуть. 200 лишние есть у кого? Деньги? 200. Нет, нету. Ну, я дам сейчас. Я эпичен. Блин, ну ща поделюсь, тут спросят еще. Кто тут просил денег? Блин, у меня бронежилет не хватит, ну ладно. Блин, все. А, ща погоди. Во! Теперь я еще круто. Ну-ка иди сюда, кому надо. Давай мне. А, кто тут просил ну все, денег? Остальное оставлю. Ладно, без бронежилета будет, пошлите туда же. Отвали от меня! Ни за что, спасибо, приятель, ни за что. Ни за что. Ни за что, блин, спасибо. Хэллоуин, детишки, Хэллоуин, детишки пострашнее будут, ну. Если успеем добежать до туда, то хорошо. Да добежим. Это этот украинец сами обитают. Бегают точнее. Так, у меня всего лишь 17 ракет, и больше ни хрена нет с тобой. Ничего, нормально. Ладно, я стою на балконе, шмулю по этим придуркам. Я как обычно внизу буду. Там лестница или что. Кто-то с этой стороны слева встаньте от меня. А то... вот вы где, вот там могут зайти. Ребята, и говожопики, и я рад вас видеть. Товарищи. Че ржешь? Да я кинул пятерых на боку, взорвал ракету. След, лид. Ну да особо не трать там, я не знаю. Нет, а что я куплю заново? Нет, в смысле то, что это потом с Патриком мочить надо как-то придумать, как его завалить, снайпер, ничего. Вот, не знаю. Вообще я один сюда не идет. По-моему, он... Блин, а! По-моему, надо, знаешь, кого-то огнеметчика оставить, потом сжечь его. Надо эту дверь заварить. Или кого-то команду, что-то делал. Ладно, по дороге никого не идет. Да, тут жуки только вижу. О, пацан. Ах ты. Замедлил, когда включилось. Выжить, чтобы увидеть со мной. Сзади. А вижу. Сзади тебя. Сейчас будет. Да я вижу, тут эти красножопые бегают. Уже не бегают. Нет, там еще один. Он сверху у вас там. Бегает. Он там поди дверь ломает. Костя, вылечи его, если попадешь. С этого. Не попадешь. Выйди на дорогу. И встань на месте. Дима. Теперь у меня все уже. А, ты уже здоров? Ладно. Да я здоров. Да мелкие травмы все там. Иди дверь, проверь, там кто-то дверь ломает с этой стороны. Да тут сталкеров будет сейчас. Полена. Так, сейчас. Что, дверь заварили, что ли? Ой, я горю. Они сверху прыгают. Нет, дверь не заварена. Снизу. Сейчас, вот сейчас заварю. Блин, а! Сверху прыгают. Чё, маленький броник остался. Ты здесь уже наверху? Ну,
Ну я просто завалил дверь. А где она? Тараканище. Где эта херня? Да все уже. А, блядь, стой. О. Блин, ни одного скопления мертвяков нету. Что-то взрывать. Ну, наверное, греника бы наставка. На ракету тратится. ТРК пускать. О, сломали! Помогайте! Алена. Ща подойду, рубанем. Блин, отлично. Не успел рубануть. Ох ты, сзади. И сверху прыгаю. Блин. Я тебя случайно задел, извини. Нормально. Ты там 5 хп всего снял. Балена. Так. Что? С гранатометом аккуратность не грозит никому. Да, что там у нас? Пока чисто. Последняя ракета осталась. А там ты это все идет. Потратить успел. Все, нету ободранного. Он теперь уже обосранный или какой он там? А всего одна нога осталась. Ну, расчлененный назвать его. Ладно, 40 человек осталось. Подорванный. Порванный. Порванный, ну. Порвал вообще. Ладно, к тебе вниз спущусь. А это скучно. Ну внизу повеселее будет, там просто давят еще. Может, я патроны найду. Тут эта мычка есть, ну это так, на всякий случай. Ну да ладно. На сервере только белые мутаторы. Это как? Это в смысле, которые дают прокачиваться перку. Есть красные мутаторы, которые меняют полностью игру. Есть серые. Так. Меня разве еще не интересовал. О, космонавт, его упал. До ассоциации, да пойди под этот, как его, минер. От подрывника, вот как раз то. Пошли, найдем. На луне бы вообще четко смотрелось. Прикинь, все такие в костюмах таких. Бля, еще идти туда. Пора делать покупки. У мародера денег больше всех. Ну, сука, жучара, видай. А я еще побегаю. Пока еще пятая волна уже. Да. Сейчас будут эти какие. Мясо эти. Бензопила. Мой друг. Друг, блин, сразу. Блин, ладно. Кинь мне денег, если можно. А сколько? Да хотя бы рублей 30 на броню, чтобы хватило. Вот деньги, собирайте. Ладно, так сойдет. Деньги, деньги, деньги! И да, я хватило. Ну ладно, не беда. Кому нужна наличность? О, спасибо. Кому нужна сдачу откинул. Сдача, блин. Пачками, блин. Мы здесь будем стоять? О. Туалет заварим вот эту дверь сбоку. Дох! Чё, заварить? Вот эту дверь заварить. А, это туалет. Да, и чё-нибудь, чтобы через ворота их отстреливать. Стик, в смысле стик. Чё стик? Не знаю, выпендрю, господи. Что стик? Stick of truth. Тут одни русские, чего он хотел? Палка судьбы, блин, палка такая. И чё палка, блин? Да вот эта палка судьбы действительно. Больное, нет никого. Только боюсь, мне никто не оставит, кого-нибудь пальнуть. Патрик останется, пальнешь. Вон чё? Пацан идет. Пацан? Жанька. А, четкий пацан? Да. Тут да, самый развалочка идет. Тот, которого я думаю вообще. А этот повар, да? Напилек все, косарь должен. Ну-ка. Мародер меня по фрагам обошел. Ну ладно. Так. Когда этот мясник выйдет, позовете. Мясо полетело такое. Чисто мародеру все мясо оставили, блин. Это неправильно, пошел, короче, менять. Попал.
Попал. Она ракета обезвредила, вот сволочь. О, мясник. Где? А, вот он, бригадир. Я его вырубил. Бригадир, бля. Уже нет его. Что-то снес бошку. Боже, так не делай. Там типа профессионал больше такой. О, они с той стороны идут. Кайка, где мой иммунитет? Чего? Я не понял, что он сказал. Я тоже. Просили... Да насрать, они отдельно свои, а у них своя, короче, там это. Да ладно. Игра с Блэк Джеком и Плюшкой, вы осваиваете это будет. Свое шоу. О, у меня даже меч светится. Он достал по дороге бегать. Блин, я не могу даже никого прицелиться. Да похрен, патроны кончатся, мы воем потом. Ладно, я сэкономлю на этих, на больших. Я вообще никого не рублю тут. Хожу просто как дебил какой-то. Не в тему. Не, ладно. Ты я... пригодишься, когда ФПшки пойдут, а то багет начнется. Мясник бежит. Мечом нет. Рубить, ну. Ну-ка, стой, отойди. Да, блин, поляк. Попал. Пшек, ты жив? Пшек. Броня ноль у него, видишь? Станинка. Процент. Отойдите. А, я помню, поменяю класс там на кого, не знаю. Да возьми огнеметчик, как я же говорю. Да нет, по-моему, огнемет был. Техника возьми, у нас их нет. Техника нет, но толку так же ноль. Хотя... Главное, чтобы на меня никто сверху не упал. Вот это настоящее оружие. О, чуть-чуть мне как раз осталось технарём. Фига. 4,7 из 50. И сварить 50к. Жизик. Так, тут боеприпасов нету, нигде не находил. Нифига нет. Ладно, пошли к этим. А то они тут тусуются, все, фаги забирают. Там мясник идет. Мясник. Где? Уже ёбнули. Мне помощь даже насчитать. Сука, снайпера загребастали всю славу себе. Ладно. Снайпера будут страдать, когда выбежит ФП. Страдать будут, когда Патрик выбежит. Ну, команда с ней будет страдать, он его хотя бы увидит. Ну, тут просто площадь большая, я бы не сказал, что прям так все идеально у него будет. Он будет палить последние свои минуты жалкой жизни. Все. А эти снайпера реально, как читеры, всем ходы сносят. Ну. О, в лесу. Певицы. Да. О, мясник у меня идет. Мясник бежит. Бежит, а у меня идет. Ёпа, есть, я его взорвал. Еще один мест, где мародер ходит. А вы справитесь, там снайпер же есть. Не знаю. Слушай, тебе если сталкера нужны, говори, не стесняйся. Чего? Чего? Короче, насрать вообще. Так что молчит? Что-то он сталкеры, там... он спросил, сталкеры нужны? Да их и нет. Да, потому что я их убиваю. Почему их нет? Такой Чак Норрис, я прям всех убиваю. Чак Норрис, он мародер больше Чак Норриса, себя выпендривается, ну. Ладно. Я могу команду создать, поржать. Поржать? Да. Не, я тоже могу взять поржать, тоже четвертый. Да, у тебя какой уровень? Ну четвертый команд. У меня шестой. Ну у тебя, по-моему, фешистый. Да, угадал. Я сейчас пару вот. Нет. Еще и этого нашел. Бензопильщика. Вы где сейчас там ходите? А мы вон в лесу. В лесу? А, вот, вижу. Пак идет. Ты идешь, по-моему, да? Бензопила сейчас получит ракету. Без обид. А, на. Да сука, че ты мне... ТП
пиздец, я его вырубил ракеты. О. Беги! Беги, в лес! Беги, лес, он убивает. Да, беги в лес, прям, к зомбарям. Ай, не иди в толпу, сейчас тебя убьют нахуй. Да не убьют, я же с клинком тут, видишь, рубанул всех. Вон, видишь, грамотный лекарь меня лечит. На, я, по-моему, поменяю перк. Ну, я такой... сегодня поиграл лекарем, мне хватило, спасибо. Дальнобойщик. 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 Ну это снайпер, дальнобойщик. Да ладно, я сейчас этого возьму. Так и знать. Дальнострел. Которых стукеров видит. Стукер. А, этот Командос? Да. Командос. Какого? Командос. Никто не хочет уходить из сервера, блин. Сука, чисто какие-то, блин, упоротые. Да хочешь. Надо выйти просто и все сразу перестанут играть, а то резко зайти и все. Не, слиться. Просто. Кто скажет, фу, говно. А и уйдут. Позоримся. Ладно. Поляк с ума сходит. Блин, пацан самая национальность. Одна скобочка. Скобочка. Не видишь, я перезаряжаюсь! Скобочка, точка. Эй! Я не знаю, катана продавать неохота. Ужас. Можешь подкинуть деньжат? Ща куплю себе стволы. Валоны. Вот, спасибо. Так. Влады. Да дробойку ему хватит. Так. Ну лекать меня будете, я просто оставлю деньги, не буду покупать броню. А ты где? Тогда пошлите одной компании. Ладно, ты где? Пошли. Я тут. Пошли. Давай, пошлите сюда. Давай не спустимся. Может там пошли, же постоим? Пошлите в... куда пойдем? Да сюда пошли, куда все. Сейчас погоди, я сюда по автомат поставлю. Еще автоматы свистят, ой, светятся. Это с последним патчем, неоновый автомат. А, и неоновые персы еще. Там этот DJ Skool и этот, как его? DJ Skool. Мистер Фостер. Мистер Постер. Постер. Пропер. Так, ладно. Тут сейчас ФПшки побегут. Он уже... А, блин. И у нас нет ни одного берсерка, чтобы он... Молодёр меня испугал. Думал, что это зомби бежит как человек. Ой, фуш, блин. Как мы уже... Именно на меня, сволочь. О, как. Ты живой? Живой, я подлежу. Да, я уже все. Фигало, это было близко, он броник половину потратил. Он тебе 25% броника потратил. Кто-то пропеллер. А, это мотоцикл какой-то или этот как он. Бля, случайно. Газонокосилка, что ли, тарахтит. А, это мотопеллер. Пошли туда к машине. Пусть они тут тусуются. А кто они к этой? Возле моста их подержим. Может просто постоим, посмотрим, как они их ебошат. Они сольются, и что нам будем делать? Как они сольются? Мы подможем, когда будет. Бензопила? Я не думаю, что мы будем просто стоять, когда на нас арава такая попрется, потому что... Да, да ебался, ебался под угрозу ставит в жизни. Да ни хрена себе под угрозом, я тебе не танк, чтоб на него агриться. Сейчас я на него возьму. А, это вот, давай вместе. Сейчас я его на себя сагрю, а ты готовься дуплетом в него шмальной. Ну давай. Ой, жук еще. Шмали! Поехали. Блин. Блять, только вторым дуплетом его мочкану. Ты ему половину хп снес. Надо кричалок убить. Берса убил. О, второй. Ой, блин, у меня броник кончился. Отходи назад. Тут не запила. Ну, шмаляй пока, он далеко. Я потом подхвачу.
Я ему только несколько хп снес. ХП-шку видит, а уже снес. Есть, я его убил. Не, я его этот убил. Ну я ему хэд снес, когда он его вырубил последний раз. Да похуй. Секундочку, перезаряжаюсь. Он сверху, блядь, ведьма, ой, вот. Певица. Ведьма, блядь. Певица, ведьма, блядь. Ну реально как ведьма. Какие-то пол. Так, ладно. Тогда пошлите. Пусть она тусуется снайпер здесь. Бична. 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 Седьмая волна, нифига прогресс. Мы уже тут держим седьмую волну, оказывается. Я еще живой. Еще ни разу не сдох. Просто не играем в Халвилу. Чего я не играл? В Халвилу мы не играем. Так, тут мы уже все слились. А. Я это хвалил на Чак Норрис тоже. Сраная ведьма, убей, она справа идет. А, я убил уже. Этот гений за нами бегает. Запарил, блин. Гений. Гениус. А, кому-то ход снес, еще одному ход снес. О, за меня, сейчас. О, это хаск. Хаск справа. У нас нет огнеметчиков, то есть нечего бояться. А где? Вон. Убил. Ну, блин. Спасибо, приятель. Спасибо, друг. Спасибо, братан. Иди нахуй потом. Да. А где магазин-то? А, он, да, вот рядом, кстати. Внизу. Ты записываешь все это? Да. Ладно, так. О, чувак, успех пойдет. Проверяю, нас слышно на заднем плане или нет. Да слышно, хорошо прям слышно. Даже меня заглушает. Потому что орем тут всякими матами, боже мой. Да, наверное, запикать потом придет. О, это мясо, мясо идет. Пикать, там будет придется все видео пикать. Ну а чё, просто я слышал такая типа фигня, то что видите, как его. Теперь уже наказывать будут. Деньга, деньгой то, что типа за маты. Запрещено русскими матами хотя бы, по крайней мере, материться. У меня тут ХП в лесу. О, где? Ты вообще... Ты... А, блин, я ушел куда-то. Ты один там остался. Я додумал, чё их так много стало? А я ща приду, я просто это... Не знаю, забродил. Я готов открываться, убедись, что ты это... Я чувствую себя как Рэмбо, он из последних сил от этих придурков. С автомасемочки. Там в костю кто-то стреляет. Да вас. Он ой, просто блин. Мажет в тебя, да? Ты такой широкий, ну. Ёлперный театр. Ух ты, ты откуда взялся? Мне не хватает Никитина этой. Не, реально, откуда не берутся. Ты грибанутый. Да мы рядом, что там, сзади. Секундочку, перезаряжаю. Вообще бабло мало у меня. Я 4-4-4. Чё-то не хватает на этот какой. Я тебя если что кину. На 10 хотел накопить там. У меня такой двустволка и дроп. Броник уж, не знаю, покупать нет. Блин, меня зомбак схватил. Меня сейчас сожгет хаск. Заколебал. Отходи, отходи сейчас. О, спасибо. Я его хоть всего изранил. Погнали. Там мародер уже всех обогнал. Почти на сутки. А, это... Костян, помнишь, мы... ты тогда рассказывал, как ты получил случайно ачивку, убил типа патриарха на суициде? А, ну. Чтобы все по-честному, мы должны пройти эту мапу, чтобы засчитали типа ее. Да. А то, блин, подумаешь, что мы читеры вообще ебаные. Так, дроп, блять. Кому денег надо? Ладно, я пока с этим побегаю. Вон уже слышал. Он что, слышал меня, что ли? Не знаю. Ты через микроводи не говорил там.
Нет. Можешь дать мне немного денег? А, он просто просит. Не, я не дам, у меня самому... Они тоже улыбают. О, деньги лежат. Один этот какой... Спасибо, евро. Приятель. Пошел я на то же место, сейчас меня как ФП огреет там. По полной программе. Я по-любому сейчас ФП поймаю. Вместе с мыслях какой. О, что-то у тебя лагануло сейчас. Ладно, стоим здесь. Машинка хорошая. У тебя пинг растет, прикинь. Странно. 260, 270. ФП. 280. Странно. Сейчас погоди, он меня угасит. 290. Звуки. 280. А я-то тебя запила. Я даже с пингом хорошо стреляю вроде. Ну это может такой глюк такой, у меня 60. А, давай, пали. К тебе подойдет. Блин. Это снайпер, блин, все. Можно не мочить, он его подстрелит все равно. Да, блин, а. Смотри, херня. Подождите, перезаряжаюсь. Слева. Я вижу тараканы. Тараканы и горит фаш. Красножопые, блин. Я тут комбо делал, пум. Макс Пейн, блин. Не, Макс Пейн бы прыгал влево-вправо, летал бы с пистолетами, мочил. Да я реально такой сижу по головам, тынь. А, ну я недавно... Странно, мои эти... Чё? Убеждения не сбылись, я думал, ФП нападет. О! Не каркай, сейчас прикинь, выйдет такой. Из леса такой выходит. А, внезапно два. Убью тебя нафиг. Надо было Никита позвать, звучал бы. Да вообще не знаю где. Ну ушел, может он. Прости, так за что? Понять, прости. Да. А да он уже мертв. О! О, это мясо. Эй, на меня, чё? Да блин, он! От него же, наверное, одна нога осталась. Чувствую, тут без ИПА где-то рядом. Слева идет, походу. Она вон внизу идет, справа. А, внизу? Жалко я команду. Блять, с трудом. Отходи назад. Сейчас. Я вас прикрою, шучу. Ой, пассивки. Еле как выжил. Парень отбивал, а бы пришел с вами долбилками там, ебану. Долбилками. Не знаю, это, по-моему, в этот, как его? Какого? Который фарш делает, я забыл, называется как. Ну, блин, еще этот снайпер не хватает на него. Он случайно попадает с этого. Забудь так. Ободранного убил. Порванный. Хорошо, это штуки прицел. Ну да. Идите, пауки. Лена. По дороге что-то там, да, что-то там у паука он был, я не помню. Паукан? Паукан, как, блядь, вспомнить песню я забыл. Это нафиг вспоминается. Бен запила в лесу. Я вижу. Такой лесник бегает. Лесничий стилой. Я сейчас на себя хотел садрить. Отойди. У тебя броня. Таракан мочу. Костя бы его хорошо бы спадрил. У него броня хорошая. Да, блин! Прыгать промазал. Я сейчас силанут. И на меня. Сука. И мародер отбивальщика убил. Вот знал, что надо будет деньги копить, я знал. Ну-ка. Гробак остался у меня там. Не знаю. А, ну да. Нет, не вижу. Где там? Вот он.
Нет, это твоя винтовка. А вот мой дробак. Блин. Стал залетелем. У меня места не хватает. Ну я возьму, успеть подбежать. Пипец, он вот такой фигня. Вот за это вот платить, вот за то, что у тебя автомат светится. Это не платят, это бесплатно. Да я же пиратчик. Нет, в смысле, у тебя пиратка, а по идее, Паша... Он мою шляпу собрал, вот сволочь. Не, ну я по этой причине не покупал золотые оружия. Потому что смысла никакого не несут. Чувак мой неоновую херню забрал. Буду подрывником, что уж поделать. У меня просто идейка есть, когда патриарх пойдет, я дорогу заменю. Ну ты автомат мне скинь, я тогда на нем наварюсь чуть-чуть. Хотя нет. На каком? Хотя нет, я тоже деньги нужны. Даже больше, чем мне. Ну кому скидывать-то? Да насрать кому. Ой, просто 600, мне только на двуствол упасть с броней. Сейчас они порвут от этого идиота. Певица эта тупая, ужас. Только не слиться, ужас. Только не... Так. А подожди, лук сколько стоит? Сзади вас ворота сломали. Подожди, а на снайпера лук сколько стоит золотой? Если покупать. У меня золотого нету. Золотой снайпер? Ну, если появляться снайпера, появляться... Вот арбалет сколько стоит композитный? 8-9. Ты тоже решил снайпера взять? Какой ус? Не, он, по-моему, дешевле стоит. Хрен знает, а я пусть у меня столько стоил. У меня просто 605. Что тоже взять, тоже шлёпать. Не видишь, я перезаряжаюсь. Блин, вот... Блин, инженер не дотягивает чуток. Или медом быть так же, лекать все. Как капец, а ты бензопила с него. Да я бензопила, он заебал. Так, сейчас кого выбрать-то? Я взял подрывника для прикола. Все, его на карте мало. Никто не играет за него. Блин, вот... Тоже бы подрывника взял, но он четвертого. Знаю. Пошли к торговцам. Я все до 6-го докачал. На эти минусы серверов. Там подрывники как никогда нужны. Потому что 2500 зомби на первой волне это слишком много. Ладно, останусь техно. Не видишь? А где магазин? В какой стороне? Прикройте меня, я перезаряжаю. Где мы тогда вначале сидели, там этот как его? Типа туннель какой-то. Да, понял. Убили бы этих двоих, которые да и все поиграли. Не, ну выкинули бы этих двоих левых, которые не умеют играть. Этот которые Evil Genius и Subman. Вот именно мародер. Он никакого толку не носит вообще. Не приносит нам. Он просто хилым, то есть фраги себе набивает. Набивает, ну. У нас скопировать команда своей техники не получилось. Слишком тупо. Слишком много хп у мясника бы оказалось. Блин, я запутался даже. У меня 200 рублей всего лишь. У меня 600. Проги, надеюсь, подкинет мне. А, ну да, у него чуть больше. Нет, я сам... Скана, двустволку не успею взять. Мне нужен небольшой кредит. Еще и денег ему надо. Да пошел он, достал уже. Ебошит всех подряд. Патрон, наверное, каждый раз новое оружие покупает. Да. Где такие есть? Автомат кому скинуть этот? Ну ему скинь. Димон, кому ему? Димон. Мне скинь. Нужен небольшой кредит. Я вот тут. Вот он. Ну вот что, сюда. Уроды? Сейчас вы узнаете, что... Блядь. Ты кому-то не тому скинул. Да ну. Ска. У меня вообще патронов нема. Кто тут просил денег? Мне деньги нужны. Ужас. Вот деньги, а, спасибо. Патрончиков купить просто. Немного денег. Да блин, мне ни одной монетки не досталось. Блин. Ты знаешь, что с ними делать? Подожди, ты кто?
подрыва? У тебя что-нибудь есть? У меня только вот этот гранатомет. Блин, ну я что, мне лес заминировал. Пошли, короче, у них. Блять, да. Только пришел. Все, сразу, сходу, блин. Еще и вниз свалился, жизнь потратил. Офигенно. А, так автомат у меня остался. А, ну тогда ему что? Да ладно, мне не надо, мне я подрывник. Да, ну, и тогда мне дай. Тогда... А уж оставь меня, не хватит. Я бензопилу справа. Блин, два мяса! Ужас. Два мяса. Беги, Форест. Беги, беги в лес. О, я сирену взорвал в лесу. Давайте грен кин, кинем и сагрим. Я могу, но я надо, чтобы я подальше от тех побежал. Чтоб вы первее были. Давай я. Давай. Ща, мы его взорвем. Тыщ. Есть. Второй пошел. Давай, да убей его. Да я его с гранат долго не хватит. Жучков. А, уже снесли ему бошку. Главное, чтоб ФП не пошел, а то, блин, мне пинда придет опять. Да, нам всем тут придет пинда. Ну, кроме снайпера. Ну, снайпер, я не знаю, дальний бой тут. Вот, ну, я не тупо все. А тут несколько видов снайпера, смотря с чем кто бегает. Да какая разница? В любом случае, они от не останутся вдвоем. Они только если сдружатся там внезапно, не начнут не бошить. Друзья такие навек. Да, стали так лучшие друзья, блин, сразу сила такая, дружба магии проснулась. Не знаю. Мне 11 этих осталось. Так и называешь. Бомбёшек. Я уже в пути. Я этим буду пугать. Глаза быка расставлен. Где деньги? О, блин, прыгнул. О! Сто девяносто восемь. О, побежал в атаку снайпер. Вот такой психатака такая. Пусть там один будет, раз такой крутой. Не, я прикрою так, чисто жуков мочить буду, и все. Я буду этим пугать всех. А, что он светится, это опасно, да, то, что он светится. То, что у него осечка звучит, это классно. Никого нет. Такая тишина. Они там все с той стороны идут. Вот интересно, если они там втроем останутся, а там патриарх выбежит, что они будут делать? О! Ну и все. Два Америка скажут. Что-то сталкеров реально мало. Может это у них так бегают снайпера крошат, не знаю кого. Там снайпера крошат. Ну, блин. О, этот пришел. Блин. Сейчас я грену по ноги побросаю. На. Да снайпер, мочи его. Одни ноги остались. Не всегда вовремя вот действует снайпер. Косой, блин. Так он с нами почему-то носит. Гребаный поляк. У меня последний снаряд остался. На, получай. Простите, перезаряжаюсь. Так, что? 130 забойда. О, уже мочат. Да ладно. Тут просто какая-то карта вялая. Мама. О, блин. Господи, да блин, я красножопа у них. Вот с это, с глазами. Не надо было. Мародер отбивает, что убил. Чё? И даже не ямочка, ну. Какого хрена? Ещё один. Сейчас у меня прицелится. Он добьет его. Да я знаю. Гади патрон остался. Ты фонарик так классно светит.
Так далеко светит. Ужас. Причем один кусок такой от скалы светит. Кусками как-то странно фонарик так работает. Да что ты хочешь? Не нуждаюсь как бы. Чё, всё равно? Ты чё? Не болей. А прикинь, если меня хп начнут уменьшаться из-за твоих шприцов. Хваск. Да похрен. Тут все здоровы. Ну, блин. Уже нет, теперь надо. Какая злина. На. Ободранный. Обосранный какой-то. А знаки почему-то русские. Знаки русские? Ну похоже на русские. Это такие в Британии не стреляют. Может это национальные какие-то знаки. Везде приняты такие. На ней даже пыль не стоят. Какой интересный знак, все сбежались, его два смотрят. Ну это реально русские знаки. Нет. Ну может быть. Так, блин, вовремя Никит написал мне, о, блин. Все равно я тут прикроем пока что. Ну ща. Что это? Только подальше отойди. Ща посмотрим. Главное, чтоб со спины не пошли, а то они иногда умудряются прыгать с пропасти. Никто тебя не тронет. Кеша. О, знаю, но я не знаю, кто он. Такой капитан, пойдем к торговцу. Капитан кто, Марнё? Нет, который гений злой. Гений, блин. Так, ладно, поскорее. 7 мутантов, пошли, может? И так уже идем. Там три красножопых индейца идут за мной прям. Я на третье место скатился. Вот. И главное, прикинь, у нас пинг как идет хорошо. По цветам красный, 240, желтый, 160, зеленый 48. Светофор. Светофор какой-то. Ну вот так. Мы последних три. Он с ума сходит. А, это... Так, там это что ли все? И теперь на меня светит. Че тебе надо? Ты что такой светящийся? Все на меня подошли и светят. Блин, один я дубина какой-то пошел при последнем. Капец. Это теперь местная знаменитость. Чё, то, что ты на, меня на меня фонариками все светят. Не, просто когда на тебя светит, у тебя прям эта маска вся белая просто. Как космонавт какой-то. Ай, больно. Тот пошел всех убивать опять. Мародер станет. Ты два скули, блин. В очках каких-то. Там, по-моему, без запила, нет? С рюкзаком, а что за... Там без запила. Запила. Да, шлифанут их. Спокойно. Да, мама найдет, ржет в лесу. Ржет, блин. Пила. Они все мертвы. Пора делать покупки. О, бабу... может хватит? Нет, не хватит. Дорогуша, кому нужно налить? О, на деревьях. Внезапно. Тебе нужно больше денег. О, благодать. Внезапно на такой хороший дробовик хватило денег. Ой, ах, я гранат не купил. Ну ладно. Куда пойдем? С пятачком? Не знаю. Так. Да туда же пошли, чё? Втроем. Втроем мы опять сольемся. Надо с этим держаться, со снайпером поближе. Снайпер. Вот где-то снайпер был, когда нас убивали. Сука, придется убегать. Ты там еще не сзади? А ты за ним я вижу.
У меня четкие деньги, у меня хоть не ноль. Четкие деньги 4. Посмотри, да. Шоколадку купить. Ты даже картошку не купишь. Одну. За 70. Так, автоматический режим. Полуавтоматический. Чё он там это? Чё, блин? Там к чему? Смайлогон. Ну что, урод? Типа не Патрик ещё. Сейчас вы узнаете, что такое громовая палка. Ну извиняйте, блин. Поновато ещё кричать. ПП! ПП! Ёб, я вижу! Мочи его, снипер! Снипер, мочи его! Снипер убежал! Да он тут, а вот он целится. Блин, давай, блин, давай! Я хочу жить! Ёбаный в рот! Костя, согрей его на себя, у тебя броня бы выдержала его удар. Блин, а вот у Димки ни хрена не осталось. Он и так на меня бежал сначала. Да похрен вообще. Я бы сдох, если бы не броня. Чуток. Сучка. И свалился. Со скида в землю вырвался. Секундочку, перезаряжаюсь. О, толстяку голову стрелил. Главное силить Патрика потом здесь же, в этом сарае. Или... Секундочку, перезаряжаюсь. Блин, там это, изба это. О, ФП. О! Нет, убили. Справились. Все-таки. С командусом. Так, справа, слева. Я вижу. А что нас тут только трое? Снипер и так работает. А, нет. Там вот он рядом. Пасет. Их вообще тут никого нет. Да и хорошо, что, отдохнем. Вон, за столик такая... сядем на природе, отдохнем хотя бы. Такая тишина. Тишина, благодать, кровище везде сяду. Тихо. Так. Вот же машина. Уехать можно. Спокойно. О, бензопила у них. Блин. Не видишь, я перезаряжаюсь. Мародер самый жопошник. Видать, хочешь на снайперку налететь. Я иду. Не забудь меня найти. Я у них тут сижу, снимаю цели некоторые, одиночные такие идут, как бы. Пам. Пам. Чё, чётко? Ты смотри, я сижу на этом. Обедаю, типа. Вот откуда вы появляетесь? Не видишь, я перезаряжаюсь. И сразу же, как я ушел, там сразу такая толпа появилась. Ладно, я к этим пошел. Автоматчики. 3-3 хотя бы держаться с одной стороны. У нас тоже тут дофига, скажу, цели. 215 монстров еще осилить. И вот патриарх. Патрик, блин. Патрик. Ой, нет, уверен. Секунда, он же умер давным-давно. Да я знаю, ну, хороший актер, по сути. А, тут прям по мне вот знал же, подонок. Опять по тебе. Знает, куда стрелять, блин, знаток. Какой ты, блин, мудак в итоге. А ладно, я за машиной спрятался, сижу тут. За машиной, да! Перестрелка, блин. У меня замедленка. У них там мясник, походу. А, нет, сзади, мясник, сзади, прям сзади у вас. Мясник сзади, вы чё? Бля, меня схватили. Мне показалось, мясник невидимый. Да не, невидимые эти буты, блин. Ой, я сейчас уже рыб. Давай, сили его. Я стреляю по нему как могу. Да, блин, ой, ты ещё это ведьма, блин, бейте её. Отходим, ой, ФП, 2 ФП, ёбаный народ. Да, блядь, не шевели. Отступай. Отступаю. Гранату кидай. Лечебную. У меня их 2 всего лишь. Да не ты, блин. Блин, 2 сагрили за раз. Ой, да я сейчас сдохну, блин. Нет.
Я двух отбивающих не убил, блядь. Это было близко. Там на меня стремительно. Ребята, это было сильно. О, сзади, сзади. О, эти, мясник. Ищ, сдох. У меня патроны кончились на этом, а. Черт, уже патроны. Все выбивал, херачил. А, я же подавился. Я думал, слин. Все, побежали, раш такой, в курсе как это? В курсе, да вообще, я не ожидал, что их сделались. Каска с ними. С кем, с нами, что? Че, блин? 100 человек осталось. Ну, если это не было, да. 100 человек? И никого не убили. О, 97, 96. Стремительно идет к нулю. Пап. Перезаряжаюсь. Так вот. Типа, блин, то есть, знаешь, 10-ю волну, вот, не дай бог, сольем. Да не сольем, уже не будет ФП. Мне кажется. Да, мы сольем Патрика. Еще интереснее будет. О, это я Патрика вижу далеко. Хаски. На. Попал. Не упал. Не упал такой. Ну вон в лесу бензопила. Бензо. Она в ту сторону пошла к ним. Ну и молодца. Им самые жирные мобы идут. Наверное. Вот такая тактика у них. Убить мародеров, либо. Убить, нагнуть сниперов, а потом уже нас. Хэдшот. Говно прям так. Еще хаски. А! Что это было? Два, блин. Патрика пилим или как? Это как, блин? В смысле, в берсерков берем и его мочим толпой. Не знаю. Никогда не советовал брать берсерка против патриарха. Да никогда, да я сливаюсь всегда с ним берсом. Нах. Я уж техно останусь. Шансов больше. Нам лучше у кого-то мины взять, чтобы купили. Изменили вон тот гребаный. Ну это вот как раз пускай снайпера и делают это дело. Минируют, а мы в здании потом техно добьем. Бензопила. Она как по лесу бродила, так и не могла никого найти. Чё, фильм смотришь? Какой фильм? Рокопоп? Рокопоп? Что за фильм? Робокоп какой-то новый. Не. Эти все берсы. Да, он что, шутит, что ли? И пилы. Да ништяк, всё! Дико дерзко вышел. Ты что, давайте просто его запилим, и всё. Блин, это не удастся. Это провальный план однозначно, это надо, блин, надо быть психом. МОЧИ! МОЧИ ЕГО! Ты там чё, упоролся что ли? Берите Берсова, покупайте пиво. Ты бы ещё этого включил звук, который ты включал собственный жанр. ДАВАЙ! ДАВАЙ! Тужишься. По-моему, что-то пишет. Он что-то пишется. Я не могу взять Берса. У меня он первого, наверное. А, он костью живут. Вот правильно, отмазываюсь, у меня втро. Я, короче, техно остаюсь. У кого-нибудь есть наличные? Кому денег надо? Гениуса я не буду кидать, он слишком... Гениус слишком жирный для такого дела. Нужен? Я не салют хоть первого. А чё мне денег все накидали? Ну я не знаю, мне в принципе только гранаты. Кто-нибудь помогите материально. Плиз, ладно, ладно, и жри. Пошли. Куда пойдем, где будем держаться? Да в том же месте, в домике. Спасибо, дружище. Там, я не знаю, ты подрыва или кто? Я? Нет, значит. Вы куда? А чё? Здесь что ли? Ну давай здесь останемся тогда. Чё, в домике. Давайте варить двери тогда. Бал кидалово, пацаны, мы сейчас сольёмся из-за вас. Чё? Сольёмся из-за нас. Бежим!
У вас никакого нормального перка-то нету, берсерка. Ну я только я берсерк сразу сдохну, я патриархом еще ни разу не мочкал. Что ты сделал? О, блин. Но мы все-таки дошли. Бегите нафиг. Бегите. Сходу так. Он по не посюда пойдет. Он сейчас сверху свалится. Ну я все равно. Смотри, мастер хули чё. Мастер чё? Стоп. Тихо, тихо. Сзади, сзади, он сзади. Вот он. Ща пальнет. Давай в дом заходи быстро. У меня здоровье немножко убавили, 75%. Мочим его. Блять. Гранату кидать надо ему. Они стоп. Этого ранили и костью ранили. Давай лечим его. А, нет, все нормально. Блин. А, все, спасибо. Так, опасно. Пускай снипер мочат. Вон, снипер. Снипер ебал. Нахер он взял оружие огнеметчика. Идиот. Пиво, да это чтобы видеть. Ой-ой-ой-ой, сдох. Мочить. Сколько у него хп осталось? Половина. Половина? Да. Живите! Живите! Он убежал, я его не вижу. Блин, он сбежал. Бежим в здание все. В здание. Варите двери. Он там, в здании. Он же не бежит туда. Бегите там в здание, пожалуйста. Он на улице задает вас. Блять, это ужас. Как? Я его с двустволочи мочил. Да при этом. Я вообще хп не убирал. Так похуй вообще. Опасность. Костя, пошли со мной. Где-то рядом. Рядом держись. Сука, как я так сдох. Сзади. Сзади, блин. А вот он справа, справа, вот он. Ааа! Блин, меня сейчас сольют. Блин, сейчас... Костя, живи, беги. Блин. Блин. У него хоть сколько, блин, осталось? Три патроны все херакнул, ужас. Ну хоть жжёт его, блин, не знаю. Блин. Один остался? Да. Да. Блин, вот нет, говнюк. Нет, двое. Пипец. А, да это все. Он не должен сдохнуть. Да это все. Он это... не умирает. Да лекайся, блин, ты ёбаный в рот. Чё, ты сдохнешь. У него сколько хоть осталось там, когда ты... 15 хп? 15%. Да он... Да не... А, не вывезет. Не осилит. Тем более он ходит туда, если надо было закрыться. Зайди в дом, закройся. Да все это. Он сзади, он там бежит. Где со стороны справа. Справа что? В смысле? Со... Да, был там только что. Вот. Господи. Пусть возьмет какое-нибудь оружие, давай дробовик или что-то. Да дробовиком не унесет. Да он же русский, ёлупал, украинец, ты чё? Он просто... Да ладно, пох... Блин, ты... Полечись ещё. Тебе чуть-чуть осталось. Так, сзади, по-моему, автоматом. Да не, он, может, убьёт? Да не, автоматом слишком тяжело. У меня ещё здоровья мало. Хис, так... Хуй знает. Блин, ходит! Сука! Блин, чё он ходит? Пусть заходит, друг-то твой. Пусть заходит, мародёр вышел. А всё равно он уже всё-то... Так. А, он уже не сидит? Да. Тут у нас... Тут у нас интрига, ёлы-палы, блин. Да он сдох! Интрига это то, что... Да он сдох! Не живет он. Он умрёт, у него брони даже нет. Где он? А хрен знает. Может он где-нибудь наверху там застрял? Погоди, лучше пока не ходи, сейчас посмотрим. Не иди никуда, стой на месте, смотри в разные стороны. Да. Бля, я забыл включить эту херню. Здесь он, здесь. Он на мосту. Пойди через здание.
Возле полицейской тачки. Ну, заставишь? Возле полицейской тачки. Он затупил, короче. Беги, короче, хотя бы писать. А вообще реально где? А я хуй знаю, подойди. О, ноу, сзади где-то. А, я понял, где он. Он зашел же. Ты че? Кто зашел? Кто зашел? В игру зашел? Да не, в смысле, я про то, что я где Патрик. Он внизу. Он внизу, где полицейская тачка, вот, сзади. Вот где-то вот в этом. Да, вон, где дерево, я вижу, вон затупил. Где дерево? Ты посмотри, подожди, иди. Видишь? Короче, найди. Пойди опять наверх. Он внизу затупил, он не может тебя найти. Видишь, он тупит. Я прям вижу его. Вот, да. Можешь объяснить, где он? Вот смотри, видишь, где игрок? И вот под ним прям, под ним, видишь? Не, вот, сзади. Он прям виснет. Да, вот. Он уже в панике, я не знаю, как его слушать. Да, вот. Видишь? Он, только не с той стороны, он правее чуть. Да. Он внизу, да? Да, вот он, видишь? Видишь? Да, вот он. Да, вот, внизу, правее. Да, вот он. Прямо вылечился. Мочи его, он затупил там. Давай, кончай его. Он не выйдет отсюда. Он затупил. А вот это его монстр сжать. Монстры сзади, скажи. Сзади монстры, мочи. Он сейчас по паукам сольется. Да не, он... Этот патриарх, по-моему, застрял там и не можешь выйти. Он застрял вот так. Да, мочи монстров и Патрика. Вон, да, вон сзади. Короче, вот, да, вот. А теперь мочи Патрика. Я скажу, как сзади монстры. Короче, так я буду говорить, когда сзади монстры. Я учись. Я учись. А, лечись, лекайся. Я буду подсказывать, когда монстры пойдут. Пока мочи и Патрика. Внизу, он там же. О, сзади. Еще бомж идет. Гоуи. Клоп. Да, вот. Ебош. Я видел, что у него мало хп было, но он успел вылезти. Ёбаный в рот! Ты лекайся! Ты осторожнее, он там стрелять может. Не выходи в окно. Да. Сзади. Лекайся, блин. Ёбаный в рот, тебя тараканы ёбнут сейчас. Ты лучше лекайся пока. Не трогай его, он не уйдёт. Я тебе лично медаль дам, если ты вынесешь его. Убей эту ребенка. Сзади бомж. Мечи. Вот еще справа. Да, жги его пока. Давай. Сука, где он? Гранату. Он там, да, он ниже просто. Да, еще. Так они не там взрываются. Да, он там. Внизу. Короче. Блять. Пойди на мост наверх. Как-нибудь оттуда подстрели его. Отойди к знаку, к дозаку. Вот слышите, тут винтовка лежит. Это. Какая? Снайперка? Снайперская. А, да, снайперская винтовка там лежит. Попробуй его в бошку, блядь. Пока зомби не попадет. Он отсюда его не увидит. Не увидит? Тут еще хуже. ГГ, блин, тут еще убить надо, ГГ. Вдруг он... Да, вот он левее, вот, под этой хуйней. Сука, не... Какой-то Патрик, вот, сука, хитро выебанный оказался. Он снайкался? Да, под деревом сидит. Сука, ну короче, он там, попробуй с моста вот с трассы попасть, где знак, вот оттуда его, пальнуть его, не знаю. 18 хп. А, этот 18 знак.
Как ты узнал? Сейчас он выберется оттуда и убьет нас. Да не выберется, он затупил просто. Там просто не выйти, по идее. Да вот, давай. Ебошь спокойно. Ой, тупой Патрик вообще. Он сейчас реально прокачает этого. Да, вот у тебя реально шанс прокачать командос. Жги, давай, жги, гори. Он сдохнет. В бошку, снайпер, пойди возьми. А он уже, по-моему, несколько раз лекался, уже не будет. Он 3 раза уже лекался. Да, на пустыне его не будет. Зачем он сделал револьвер огнемета? Оо, ништяк вообще, не сдох. Зашибись, красава. Господи, я скидки получил. Господи Иисусе, это лютый вин, я это все снял. Да. Это лютый вин вообще. Блин, еще дальше, не знаю. Можно биолабу попробовать так же в таком духе. У меня идея сыграть в этот, в Субурию, но никто не согласится. Ага, и тебе тоже. Помог. Good game называется. Эй, какой газ! О, моя карта, которую я выбрал. Big Gas Station. Что-то перфоратор там работает. Бля, это у меня ремонт, это пиздец просто. Да. Кстати, по ушам был бы. О, понимаю. Кашляет. Это я кашляю. Безумие. Я болею уже. Байт, вот больше бы Патрик так тупил. Безумие, это когда я взял пробу. Вот это было безумие. И никого только не убил. Вот жалко мародерство. Хотя может и нет. Ой, он самый первый же умер. Со своей бензопилой. Ну блин, гениальный суть. И второй. Прикинь, если бы мы все бензопилы взяли бы, и он бы там застрял. Мы бы его мочили. С пистолета. Ну бы мы его с пистолета завалили. Обязательно. Да ну долго бы не пойти. Так чего, все свалились в серва, что ли? Нет, у меня грузится просто. Карта. Что-то я один просто. У меня эта карта нет. Ладно, я пока это видео сохраню как отдельное. Другое начну. Ладно. Посмотрю, что там получилось.